Хорошо, хорошо, ладно. Мне все равно жопа, скорее всего. А, нет, не жопа, мне максимум одну хп снесет куда. Вот сейчас, если бы я второй раз просто хедшот поставил самому себе, я бы просто так угорал. Тут точно искусственный интеллект починили. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Акломба. И в этом видео мы продолжим играть в игру Бакшот Рулет Steam версия. Погнали. И как вы помните, прошлая попытка не увенчалась успехом, я не смог ее пройти. Поэтому я сам тренился жестко, пытался ее пройти. У меня это получилось, и сейчас я больно тренированный, и у меня все получится, отвечаю. Прямо сейчас с первой попытки урою его в могилу, этого колобка. Погнали. Пьем пилюли, будем играть в режим все или ничего, сколько там много чего нового. У нас вечеринка. Но мы с ноги просто входим к колобку, как все, домой. Подпишите отказ от претензий. Погнали. Пишем имя. Кумба. Понял, колобок, запомни это имя. Это имя того, кто тебя урод сегодня в могилу и заберет твои денежки. Погнали. Первый ход. У нас телефончик одноразовый, у нас ножик и у нас адреналин. А, и еще таблетки, которые я вообще терпеть не могу, я их ненавижу. Сразу адреналин у него можно будет своровать лупу. Ага. Я не запомнил. Но, по-моему, у холостых на одну больше, если не ошибаюсь. Так, давай сразу телефончик спросим. Шестой патрон боевой. Вот меня очень бесит, когда он говорит, типа, шестой патрон. В чем проблема сказать, там, на второй или на третий хотя бы? Короче, бесполезная фигня. Мы забираем у этого колобка лупу. Сразу. Хорошо, патрон боевой. Отлично. Боевой патрон — это всегда круто. Это значит то, что мы можем пальнуть по нему сразу минус 2 хп туда. Он остается лоу, и его просто на один выстрел этого лоха. Пустим его сейчас просто. Колобка этого, он в себя стреляет. Хорошо, повезло, повезло. Ну, ему просто повезло. Ну, сейчас мне жопа, очевидно. Очевидно. Я немножко не запоминаю. По-моему, там либо сейчас равный шанс, либо боевых даже больше. Но я, короче, просто остается надеяться, то, что осталась боевая. Я сейчас по нему пальну и урою его просто. Так, ладно, с первой попытки мы не пройдем, я понял. Итак, мы продолжаем. Вторая попытка у нас. Чекаем предметики, да. Давайте сразу что сделаем. Возьмем у него лупу, значит, адреналином. Лупа мне нужнее. Сейчас чекнем, боевая там или нет. Бамс. Лупа раз, боевая. Ну все, легко. Он тут с первого хода просто отлетает. Лошок. Просто. Бэмс. Стреляем. Бэмс. Все, и первый этап мы пролистнули, как вот нефиг делать. Просто сразу ко второму перешли. Вообще в легкую. Не знаю, что бы я сделал, чтобы мне нож не выпал, конечно. Но давайте дальше. Так, сигаретки. Лупа-пупа. Этот. Да. Ну, комбо такое себе, но сойдет, в принципе. Так, 3 на 3, окей, шанс равный. Вот, у меня был бы адреналин, я бы у него лупу своровал. А, у меня своя есть. Ну ладно. Бэмс. Хорошо, это боевая была. Значит, сразу палим по нему, что делать-то? Давай. Отлетает колобок, все. Ну тут без шансов. Мы просто тащим это в легкую уже, тут очевидно. Он начал бахнуть пивасика. Он скипнул патрон.
Он звонит. Хотя, не знаю, то, скорее всего, сейчас боевая. Так. Очень любопытно. Скорее всего, сейчас боевая, да. Да, пока. Бэмс. Вот, подправили, конечно, искусственный интеллект. Но просто я, когда играл, сам практиковался, он тут такой тупой был. Он очень тупил. То есть, ему даже напрямую сказали то, что там боевой патрон, но все равно выстрелил в себя. То есть, все-таки иногда искусственный интеллект тут подлагивает. Но все равно хороший довольно. Есть. Все-таки инвертор сработал, там была пустая, я ее сделал полный. Отлично. И Steam-версия намного лучше оригинальной, тут хотя бы, ну, поинтереснее играть. Потому что вещей побольше, в принципе. По идее, сейчас равный шанс 50 на 50. Жесть. Ну, вроде 50 на 50 был, если не ошибаюсь, да? А, все, уже даже патроны кончились. Так, у нас пивас. У нас еще пивас. У нас пивас, короче, я понял. Это раунд пивас. Ага. Понял. Ну, давай пивом пропьем. Бэмс. Какую мы выкидываем? Мы выкидываем пустой. Вот сейчас мы либо рискуем выкидываем еще один, либо... Давай просто в него стрельнем. Пофиг еще. Говна кусок надо было скипать. А, он решил пилюльку закинуть. Да, он отлетел. Да просто падает, смешно, как алкаш какой-то. Он даже захилиться не смог, у него по итогу одно хп просто. Так. Да, следующий раунд. Надеюсь, сейчас нормальные предметы. Так, инвертор. Еще пиво. А, наручники. Медицина просроченная, телефон и все. Да, дофигища предметов, но все они бесполезные. Холостую на одну больше. 4 холостых, 3 боевых. Так, давай спросим у нашего волшебного телефона. 6 холостой, но мне это ничего не дает на самом деле. Ну давай, давай, наручников ему. Не дадим ему ход делать, а то у него нож, он вообще опасный. Блин, был бы у меня адреналин, я бы у него лупу своровал. Давай пивасом пропьем. Ну-ка. Так. Скорее всего, боевая. Ну вот у меня в любом случае сейчас 2 хода. Так, у меня 2 хода, так что нормально. То есть сейчас холостую на одну меньше. Скорее всего, я сейчас боевая. Да. Все. Вот как я в прошлый раз с этим не справлялся. Вообще игра легкая. Сейчас я за эти этапы просто скипаю, как нефиг делать. А до этого я не мог тащить вообще никак. Вообще, я имбецил просто. Давай дальше. Надеюсь, мне вообще кучу предметов классных дадут. Уже третий и предпоследний этап. Потом у нас просто отрубят аппарат жизнеобеспечения. Так, у меня 2 ножа. 1, 2, 3. Это... Блин, я не увидел. По-моему, холостую на одно меньше, да? Предмет у меня, конечно, дерьмище полное. Был бы у меня адреналинчик, я бы у него своровал наручники. Ну, давай рискнем. Потому что боевых, по-моему, больше. Соответственно, я могу сделать так. Есть! Просто снес ему бочку. Минус 2 хп. Отлично. Давай, ходи. Так, он решил захилиться. Я ненавижу, когда он хилится. Так. И наручники. Ну все, мне жопа. Он... Хорошо, хорошо, ладно. Мне все равно жопа, скорее всего. А, нет, не жопа, мне максимум 1 хп снесет. Куда? Вот сейчас, если бы я второй раз просто хедшот поставил самому себе, я бы просто так угорал. Тут точно искусственный интеллект починили. Он себе просто 2 хода поставил. Ты тупой, что ли, колобок? Я не понимаю. Жесть. Кто тебе искусственный интеллект прописывал, у меня вопрос. Давай, смотри.
Одну я попробую просто ножом бахнуть. Вот так, смотри. Одну просто ножом, а вторую уже... Хотя... А, ну все, это не надо было. Все мои планы отменились. Третий этап снова пролетает вообще в легкую. Меня только один раз задамажил. Так. Какой выигрыш? 35 тысяч. Итак, но мы удваиваем наш выигрыш. Потому что, ну, мне мало денег. Надо еще, отвечаю. Надо еще. Первый этап по новой, погнали. Колобок. А, предметы наши дополняются. Пиво, сигаретка, еще пиво, телефон и люпа, люпа-пупа. Блин, у меня, по-моему, все предметы из игры, или почти все. Так, я не запомнил. Я помню то, что 4 боевых точно есть. Так, на дробовике зачастую 8 патронов, значит, там поровну, да? Давай пробуем телефончик позвонить. Третий патрон боевой. Да, нормально. Хорошая инфа, в принципе. Давай лупы посмотрим, какой сейчас патрон. Сейчас у нас пустой. Давай, значит, инвертором. Инвертор бах-бах. Режек бах-бах. Мы режиком отрубаем. Наносим ему... Блин, у меня адреналина нет. Надо было у него наручники спереть. И чтоб два хода сразу. Это первый патрон. Второй, скорее всего, боевой. Вот, скорее всего, это прям 100% шанс. То, что боевой. Но и третий боевой, соответственно, я по нему так просто чпокну его, понял, этим дробовиком. А, он хилится, тварь. Так. Он хилился, он на меня нару, я ненавижу. Я два хода из-за него скипаю. Очень любопытно. Да, стреляй. А, он инвертором, я понял. Собака. Ой. Туго мне придется, я понял. Туго. Он еще у меня что-то забирает. Он еще сигареты у меня забрал. Да ты охренел. Слышь, в первом этапе он как-то потупее был. Тут он прям поумнел сразу. Говна кусок. Смотри, какой умный стал, так я еще и ход скипу, охренеть. Жесть. Сейчас, надеюсь, этот не боевой. Ты говна поел, колобок, понял? Ну, и как мне теперь его вывозить, у меня вопрос. Пивом, давай пивом. Так, это был пустой. А сколько патронов вообще осталось, у меня вопрос. Сколько патронов осталось? Я надеюсь, немного. Прям аж легко стало на СРДшке. Сколько патронов-то осталось? Мы уж сколько выкинули. Надеюсь, это последний. Я тупо на это надеюсь. Опа-на! Так это еще и заряженный был. Ну все, скажи, что все. Да. Ух, мне аж легко стало. Я думал, меня сейчас снесет. Дайте сигаретку. Нет, не дали. У него зато сигаретка есть. 50 на 50 шанс. 50 на 50. Давай телефончик спросим. Второй хлоп... Все. Ну, мы тащим тут, очевидно. Значит, берем у него сигаретку. О, гвозди. Обожаю колоть в себя гвозди. О, обожаю гвоздики. Особенно кушать. А жареных гвоздей не хочешь? Нет. Бамс, отлетает просто колобок. Вот так вот. Просто по щелчку пальца... Как Танос, и все, и улетел, и исчез с этой планеты. Офигеть, он умный. Он инвертором сделал. Даже я бы до этого не догадался.
Мы оба лоу хп. Охренеть. Как он до этого додумался, у меня вопрос. Так, ну слушай, у нас оба все довольно тяжко. У обоих. Так, нифига предметов. Так, ага. Два боевых, три холостых. Ну смотри. Бах, наручники. Бам-бам. Лупа-пупа. Бамс. Это холостой. Это холостой. Давай пивасом его пропьем. Так, и теперь лупы смотрим, какой там заряженный. Нет, пустой. Что за шансы, боже. Ладно, значит, следующий точно будет боевой. Вот прям 100%. Плюс у меня два хода точно есть. Поэтому тут, ну, он проигрывает. Все. Вообще в легкую отлетел. Но мы, слушай, мы держались прям на ниточке. У нас одно хп оставалось. Победа. Это только первый этап был, понимаешь, насколько он долгий? Жесть. Ну ладно, начинаем второй этап. Надеюсь, он будет побыстрее как-то. Так, телефончик, ножик и все. Круто. Ужасная комбо, ненавижу телефон. Так, 3 на 3. Равный шанс, отлично, погнали. Надеюсь, мне телефон скажет про первый или второй патрон, пожалуйста. Ну или хотя бы третий, ладно. Второй боевой. А первый... Слушай, ну рискнем, хорошо, я рискну. О, знаешь, как у меня сердечко ёкнуло, когда стрелял? Я уже думал, все. У меня сердечко прям ёкнуло. Ух. Стреляй. Прощай. Бам! Отлетел. Минус 2 хп разом просто. Хорошо, пока довольно легко идем. Лупа. Тут вообще в обоих случаях будет плохо. Если он не воспользуется инвертором, заряжен. Если воспользуется, то тоже станет заряжен. Ну все. Бамс. Так, а теперь хороший вопрос, какой патрон там? Если я стреляю в себя, у меня будет одно хп. Но, я не знаю. Блин, еще и предметов. Давай в себя, короче, хорошо. Я бы сейчас мог затащить этот раунд, но я не затащил этот раунд, потому что я дебил. Нет! Все, хана мне. Короче, ребят, я не в состоянии это пройти. Просто в игре наитупейший баланс. Просто его тут тупо нету. Когда 2 хп у нас у обоих всего, ему постоянно дают нож, а мне нет. И он просто меня может с одного хода снести. Ему постоянно дают хилку. Мне вообще ни одной хилки за игру не дали. У меня было попыток 10, не меньше. Я кое-как доходил до режима все или ничего. И когда мне оставалось 1 хп, мне не давали ни одной хилки. Когда я ему ничего не сносил, ему давали хилки по 2. И когда я ему хотя бы 1 хп сносил, он себя просто захиливал по новой. Просто я не понимаю, в игре наитупейший баланс. Я не понимаю, как я это должен проходить, я не в состоянии тупо. Поэтому извините опять за неудавшуюся попытку, но я уже тупо не могу. У меня нерв, у меня все. Пока, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, там, добавляйтесь в друзья в стиме, донатьте мне, донейшн алертсом, я не знаю, на психолога нового, что, какие у меня там вообще еще ссылки были, короче, всем пока.